Можно будет пораться один на коронации. This used to be the place that there is a Russian problem. He tries to fill the Ivanovsky Square. Здесь ходили и объявляли указы царя. And that is because не было, микрофонов не было. And that is because поэтому кричал на всю Ивановскую. После этого он уже не устанавливался и стал реликвией. На самом по себе это искусство большое. По периметру Кремль 2200 метров. Это самое впечатляющее. Сейчас. Центр точек, смотри. Даже Наполеон остановился. Я бы сказал, это до меня сказано. Is it clean, Mark? Это вот Куман спрашивает. Но мы хотим все-таки его отсюда перевести. But we would like this not to be a department store. We'd и все эти помещения отдать под выставки, for cultural художественные exhibits, cultural centers, цели культуры. Step back to make this a cultural center. Где состоялся парад сигнальный? Снег шел. И солдаты прямо с парада ходили. Народ. Откуда вы? Well, thank you. I'm glad to be here. Спасибо, я очень рад, что ты. Но вы приветствуете, что так развивается отношения между нашими странами? Да, конечно. Yes, we welcome it. And we want more of it. We want real peace. Михаил Сергеевич, Москва ждет результатов разговоров, переговоров. Вот надо поднажмите на президента, на меня вы. You should apply some pressure on the president. You are always pressuring me to give you results. Ну, правда, у президента есть там за своей стране нажим. Есть понимание в обеих странах необходимости нормализации, улучшения отношений.
Как мы говорим с президентом, Советский Союз, Соединенные Штаты Америки просто обречены на то, чтобы думать об улучшении отношений. Нельзя вести дело к тому, чтобы обострять. Пусть президент подтвердит, что он такого же мнения. Yes, we share that view. We want friendship between our two peoples. Мы разделяем это мнение. Мы хотим дружбу между нашими двумя народами. Хорошо. Заседает Политбюро здесь, правительство заседает здесь. Now too we have the government works here in the Kremlin. Нам не удалось. There is a room there, which is one of the most beautiful rooms of the Kremlin, and I think in the world, we have not seen it. Ну, а это вот вся панорама. Сейчас мы только подтвердим и перестраиваем ничего. Вот тут перестройка не нужна. Москвичи? Ну, давайте поприветствуем президента в столице. Наверное, что-то он хочет сказать. Maybe you want to say something, Mr. President, for them. Well, yes, I would. I was just saying to the General Secretary that I have a great admiration for the women of Russia. Я как раз говорил генеральному секретарю, что я очень уважаю русских женщин. I think you're courageous. I think you contribute a great stability to the whole society. But also to all of you, I think you should know that the General Secretary and I have one idea in common, and that is that there must be friendship between our two countries. Вы очень смелый, вы очень прочность придаете большую обществу. Я хочу сказать вообще, что господин генеральный секретарь, я согласен с тем, что должна быть. What's going on? Hey. Just hold it, please. Ну что ж, я могу только вот к этой части присоединиться, что сказал президент. И мне думается, то, что в последние годы происходит между нашими странами, это отвечает настроениям наших народов. Я так думаю. Это так, да? Всегда женщины всегда активнее, но и мужчины приходят. Матери, бабушки. Мы хотим, чтобы дети жили в мире. Вы кем работаете? Экскурсовод. Вот вы как раз из We have been talking about an exchange of students that on a regular basis
What's going on back there? Some of your young people will come to our schools, and our young people will come to your schools. Мы как раз говорили об обмене учениками, чтобы ежегодно наши ученики ездили в вашу страну и ваши. Это хорошо? Очень хорошо. Они будут уже в возрасте молодом познавать друг друга, знакомиться, им жить долго. Очень хотел посмотреть дедушку Рейгана и дедушку Горбачева. А как меня зовут? Как зовут? Алёша Филатов. Ты узнаешь президента Рейгана? А ну пожми руку, пожми руку. Пожми руку, поздоровайся. Михаил Сергеевич. Лёша, Михаил Сергеевич, узнаешь? Где Михаил Сергеевич? Мы любим дружить. Вот Алёша. Конечно, мир и нам нужен, сегодня живущим, но мир нужен и ребятам, которые вступают только в жизнь. И мы договорились с президентом, те контакты, которые за последние годы сложились между нашими странами и нашими людьми, расширять их. И включать не только, чтобы это шло на политическом уровне между специалистами, но и студенчеством, молодежью, культурными организациями. Надо лучше друг друга знать. Вот мы встретимся с президентом, начинаем говорить с ним. Он начинает задавать вопросы и кое-что подвергать критике в нашей стране. Я тоже делаю самое по отношению к Америке. И я заметил, и я предложил президенту, что многое, может быть, и происходит от того, что мы мало знаем о наших странах. Мы договорились, давайте разбираться, давайте обмениваться. Я, например, президенту сказал, и он может это подтвердить, что я не совсем далеко согласен, что он высказывает в наш адрес. Мы свою страну, так сказать, знаем, и все ее достижения и проблемы. Если бы не было проблем, мы перестройку не затевали, но мы гордимся своей страной, это наша страна. Вот. Американцы гордятся. Дай Бог, мы приветствуем это. Каждый народ, тем более такие большие народы, вполне понятно, любит свою родину, отстаивает ее интересы. Но это не мешает тому, что надо жить в мире, сотрудничать, понимать друг друга и оставаться разными. Чего? Скоро рождается истина. Боже правильно. Еще одна русская пословица. Товарищ говорит, еще, говорит, одна русская пословица для президента. Правда, эта пословица имеет продолжение, что если споры кипят, то истина испаряется. В этом диалог ночью. Открытый, честный, прямой диалог. Но я думаю, мы сейчас с вами так сами занялись самокритикой, что у нас критика теперь президента, она уже слишком вялая. И мы лучше знаем и свои достижения, и проблемы. Я высказал президенту, что в Америке личного президента не хватает самокритики. Ну, я ничего не придумал, так? That's not my invention, I think that's indeed so. But before things get too far out of hand. Но пока не слишком уж далеко мы зайдем. I would find ourselves standing like this. Мы лучше вот так вот стоять. Хорошо. Спасибо. Нормально, спасибо. Нормально, спасибо.
Просто я впервые на Красной площади, действительно великолепно. I have a dream that if all the young people of the world would get to know each other. Мне кажется, что если все молодые во всем мире познакомились друг с другом, то никогда не было бы войны. Но у них есть суждение, они в поездках бывают, что вот надо, чтобы то, что между народами, простыми людьми происходит, надо, чтобы и у политиков это понимали. Она добавляет даже в первую очередь. Она добавление. Yes. And she says, above all, there should be cooperation in policy. До свидания. До свидания. Yes, we want to do that, and every time us politicians get out of line and seem to be arguing, you stomp your feet and tell us to straighten up. Действительно, мы хотим это сделать. И каждый раз, что мы, политики, выходим из-под контроля и друг с другом спорим, слишком вы топните ногой и говорят, что приведите себя в порядок. Хорошо. До свидания. Приятного путешествия. Конечно. А вообще, москвичи работают или нет? Или все на экскурсии? Бывают выходные? С каких мест из Подмосковья? Из Люберец. Из Люберец? Все из Люберец? Нет, есть я, но москвичи есть. Москвичи есть. We're taking a little time off, too. Мы тоже иногда нужно отдохнуть немножко. Конечно. Что вы думаете о визите президента к нам? Что ты думаешь? На чем с тебя? Как зовут? А? Рома? Что ты думаешь, Рома? Хорошо это? Очень хорошо. Я говорю, хорошо, что визит, а говорит, очень хорошо. Конечно, все делается для мира. Во всяком случае, чтобы было больше взаимопонимания между такими двумя странами. Это главное. Чтобы всегда ясно не было. Ну, дождики тоже нужны. Желательно, чтобы... Just talk to each other instead of about each other. Мы решили говорить друг с другом, а не друг о друге. Понимать надо друг друга. Yes, we have to. And it's working just fine. И очень хорошо это действует. Желательно, чтобы ваши визиты были такие же простые и привычные, как полеты в космос. We would like your visits. Уже привыкли к космосу. Just like space missions seem to become routine, your visits also to become regular. Я президенту внес такое предложение. I said to the president. Две огромные страны. There are two great nations. Самые большие достижения в освоении космоса. У них. That have the greatest achievements in space exploration. Давайте возьмемся за проект такой. Let us launch. Как полет на Марс. Совместно. Вот это будет соединение сил. Это будет заменять то, что мы хотим достичь на путях других. И будет и технологии развиваться, и наука, и техника, все будет. Но опыт есть, конечно. Президента заинтересовала эта идея. Ну, а как президент? We have our scientists. I'm not a scientist. We have our space people looking at that right now. Наши ученые рассматривают эту идею. Our schedule has been, as you know, upset and set back because of the Challenger tragedy. Наша программа космическая несколько заторможена сейчас из-за трагедии Challenger, которая So I can't offhand say to you
exactly where we are with ability now to come together on that. Я не могу вам сказать точно, насколько мы именно сейчас можем это сделать. Ну, тут будут этапы. But there will be several phases to that. Надо начинать. Видите, осторожничает президент. Ну, его положение такое. Надо все взвесить, прежде чем дать определенный ответ. Так что готовься, Рома, на Марс. I have asked our scientific people to look into this and see if this is a possibility for us. Я попросил наших ученых рассмотреть это и посмотреть, действительно, можно ли нам это сделать. Ну, приятного путешествия вам. Спасибо. Машину вперед! Пожалуйста, что вы думаете об интервью Ельцина вчера в BBC? Я его не знаю. Он сказал, что Лигачев должен освободиться. Я не знаю об этом человеке. Я думаю, это какие-то домыслы. Они фигурируют в ваших кругах и в связи с этим в газетах. Но это абсолютно надуманные вещи. У вас сегодня переговоры с президентом. Вы знаете, у нас были интересные переговоры. Я президенту вручил много телеграмм, поступивших из разных концов нашей страны. Правда, я только немного ему вручил, остальные я потом перешлю. Это интересные телеграммы, очень содержательные. А в нескольких телеграммах президента информировали о том, что родившиеся мальчики и девочки названы Рональдом и Региной, Нэнси, и просят быть крестным отцом президента. Чем запомнится московская встреча? Этот вопрос лучше бы задать на пресс-конференции. Мы еще работаем. Во всяком случае, работа содержательная. Мы сейчас у меня в кабинете рассматривали вопрос о том, как нам лучше сотрудничать в сфере экономики. Мы сейчас всему миру доказали, не только себе, что мы можем жить друг без друга. Вот надо доказать, что мы умеем сотрудничать и в этой сфере. Mr. President, how was the walk this morning in the Kremlin? Fine. I have long wanted to see Red Square, and the General Secretary very kindly took me out. I not only saw it, I got to walk in it and to meet some of your people. How far are you with the talks with the Secretary? How far are the talks? How are the talks going so far? We're just fine. Do you still think you're in an evil empire, Mr. President? No. Why not? Well, ну вы довольны нашими ответами? Еще нет. Как насчет ракет? Все ждут прогресса в области ракет, в области сокращения ядерного вооружения. Как здесь? Я вам скажу, что эти проблемы сокращения стратегических наступательных вооружений во взаимосвязи с ПРО, с крылатыми морскими ракетами, проблема химических оружий, обычных вооружений в Европе являются центральными на наших переговорах. Этим заняты не только мы с президентом, но и рабочие группы, эксперты. Продвижение будет. Сюрпризов будет в ВВРК?
Вы сначала спросите президента. Will there be a fifth meeting at the top? Will there be a fifth summit? Well, that remains to be seen. I can only tell you that we have both agreed that talking to each other instead of about each other is the way to keep out of trouble. Have you seen anything you haven't expected, sir? Have you seen anything you haven't expected in Moscow? Well, I had heard about Red Square so much that, but even so, it still was more impressive than I had heard. Спасибо. Спасибо, Паша. Представляю вам президента Соединенных Штатов, господина Рональда. Вам повезло на этот раз с экскурсией, да? Как у вас настроение? Как вы относитесь к визиту президента? I'm very happy to be here. Я очень рад быть здесь. Будем стараться. Будем стараться. Это хорошо, что вы нажимаете не только на меня, но и на президента. Чтобы они долго жили, чтобы всем было хорошо. С каких мест здесь из Советского Союза? Из Горького. Из Горького? Да. А еще кто? Мы из Москвы. Киев. Киев. Еще откуда? Мы из Москвы. А? Мы из Москвы. Москва. Еще кто? Чехословенцы. Чехословакия. В общем, интернационал. Да. Ну, приятного путешествия. Спасибо. Народ Киева, народ. Можно сказать, что с камерами просто это много работы. Can you move over? You're blocking our pool. В сторону, уходи сразу. Come on. Куда? 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 Куда